должен попасть под колеса. Поэтому есть очень важное правило, которое мы говорим всем, и водителям, и пешеходам, и самым взрослым участникам дорожного движения, и самым маленьким. Это правило называется «внимание». Если мы с вами будем внимательны на дороге, то мы с вами будем безопасность. Госавтоинспекция проводит дополнительные мероприятия в рамках профилактического мероприятия «Пристегнись, и юный пешеход». Учебная встреча прошла в стенах детского дома-интерната номер 3 в поселке Ушково. Совместно с педагогами обучаем каждого ребенка безопасному поведению на дорогах. А самое важное, обсуждаем, используя наглядные примеры, алгоритм действий при возникновении опасности. Сегодня мы пообщались с сотрудниками детского дома-интерната, довели информацию о состоянии аварийности на территории района. Так как у нас дети особенные, то и подход сегодня был соответствующий. Наша цель не просто рассказать и заучить правила дорожного движения, а донести до детей доступным для них способов. Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по курортному району провели с детьми интерактивные занятия в игровой форме, направленные на закрепление знаний правил дорожного движения. Задача организаторов, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, как в качестве пешехода, так и в качестве пассажира, включая в общественном транспорте. На занятии ребятам показали обучающие мультфильмы и обсудили с помощью наглядных примеров алгоритм действий при возникновении опасностей, чтобы ребенок знал, как избежать дорожных ловушек. С 16 по 30 октября на территории курортного района Санкт-Петербурга проводится профилактическое мероприятие «Пристегнись, юный пешеход». Данное мероприятие направлено на стабилизацию детского дорожно-транспортного травматизма. В период операции сотрудники госавтоинспекции совместно с преподавательским составом образовательных организаций проводят занятия с воспитанниками и учащимися этих организаций. На этих занятиях в легкой форме, в легкой игровой форме рассказываем детям, разъясняем несложные правила поведения на дороге. Вот. От себя хотелось бы напомнить родителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, как правильно переходить проезжую часть дороги, что при перевозке детей в обязательном порядке используют ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Особенные дети – самые уязвимые участники дорожного движения, поэтому им больше всего требуется поддержки, внимания и заботы со стороны общества. Отдел ГИБДД ОМВД России по курортному району регулярно осуществляет колоссальную совместную работу с образовательными организациями, направленную на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. После занятий сотрудники ОГИБДД ОМВД подарили детям небольшие, но полезные подарки.